Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Борис The Rocket, Борис Ракета. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. По описанию она очень веселая. Так, мы в игре. Наконец-то закончил свой эксперимент. Осталось только нажать на кнопку. Мне уже нравится голос персонажа. Только я бы хотел почувствительнее мышку сделать. И музыку, наверное, на всякий случай убрать, потому что как заиграет что-то запрещенное Ютубом, будет нехорошо. Во, так-то лучше. Так. Что это за пятно? Или это дверь? Нажмите на кнопку, чтобы запустить ракету. Наша задача. Я же не думаю, что прямо отсюда запускать ракету. Нам скорее нужно куда-то прийти. Это что? Запорожец. Что, вот эта кнопка? А, вот эту ракету? Ракету из Кока-Колы? Чупа-Кола? Ладно. Круто! Но лучше бы я вынес ее на улицу. Да, действительно, хорошая мысль. Откройте дверь! Это КГБ! В смысле? А, ладно, а что нам остается? Открываем. Здрасте. Добрый день. Борис, вы арестованы. А что я сделал? В общем, ты все прочитал. Понимаешь, что все серьезно? Ты должен поставить подпись в правильном месте. Выберите между предложенным. Я еще могу выбор сделать, а на что он может повлиять? Материалы дела. Донос от гражданина Алабина на Бориса. Борис обвинен в высмеивании целостности Союза в анекдотах. Наказание – расстрел на месте, либо ссылка. Борис дает согласие на отправку в ссылку на службу во имя Родины. А вдруг расстреляют? Не, я не согласен. Ой, я не туда нажал. Ты принял правильное. Стоп, подождите, я только сейчас понял, что здесь... Не замерзни. Я только сейчас понял, что там нет выбора не согласен. Черт. Запущена тренировочная ракета. Твоя работа — сбивать вражеские ракеты. Получи со склада противоракету. Так. Нас отправили куда-то в ссылку. Игра немножко конфликтует с программой записи, и запись у меня во время загрузки зависла намертво. Так, мне нужно получить тренировочную ракету перед тем, как пускать, я думаю, да? А, получить прямо здесь. Я думал, куда-то пойти получить. А что здесь вообще еще есть? Давайте посмотрим, где мы вообще находимся. А меня сейчас не выпустят никуда. Ой. Фу. Я чуть не обделался от этого звука, вы что? Рабочее время закончилось, но пока не сбиты все ракеты, рабочий день не закончится. Ладно, собью
Так, ну что, получаем. Противоракет на складе 13 осталось. Теперь загрузи ее в шахту. Загрузить. Пора запускать нашу противоракету. Жми на пуск. Ладно. О, она здесь была. Что это за чёрт? Я забыл сказать, что нужно включить тумблер на противоракете. Напомню, что на складе противоракеты не бесконечные. Ага. На этот раз собьём. Получи ракету со склада. А ну, думаю, 13 попыток у нас еще есть. Ладно, загружаем. Мне сначала нужно тумблер. Включение противоракеты должен быть в положении вкл. Понял, это я уже понял. Теперь загрузи ее в шахту. Теперь вот ракета точно будет сбита. Запускай. Сбил. Теперь отдыхай. Завтра будешь родину защищать. Какой сбил? Она еще вылететь не успела из шахты. Конец смены. Сбита ракет одна. Продолжаем. Сегодня второй и последний день обучения. Запущены две тренировочные ракеты. Ты слышишь предупреждение о новых целях. Иди к радару и выключи тревогу. Ага, вот здесь теперь я могу пройти, хорошо? Где ее выключить? Я могу... Я не могу посмотреть. На складе 12 противоракет. А как выключить тревогу? А, вот, сверху кнопка. Попробуй повернуть регулятор. Теперь наведи радар на ракету и нажми на кнопку захвата цели. То есть мне нужно... все понял. Вот так вот. Стоп. А, еще нужно успеть. Теперь мы можем осмотреть цель. Ракеты могут различаться по цвету, форме и многому другому. Ну, давайте посмотрим. Сейчас это обычная ракета. Ознакомься с технической документацией. Откройте документацию нажатием клавиши Tab. Окей. Тут будет показываться важная информация, как сбивать вражеские ракеты. Заглядывай сюда почаще. Эти овсяшки каждый день что-то новое придумывают. А я могу двигаться в это время. С захватом и осмотром целей вроде разобрались. Пора сбивать тренировочные ракеты. Настройка ракеты... Так, ну это... Это то, что нам как раз рассказывали. Нажать «Получить» и так далее. Что? Я получил достижение «Сексуальное тело». Шикарно. За что? Я не понял только. Но отличное достижение. Почему бы и нет? Страны овсяния. Крайне враждебно настроены по отношению к нам. Сбивайте все ракеты от овсяни. Овсяние? Ладно. Ладно, разберемся. Так, сбить первую ракету. Достаньте со склада, настройте и запустите противоракету. Ракета автоматически наводится на цель, захваченную радаром. Если цели нет, ракета просто улетит. Получить.
настроить и загрузить. Ну и все теперь вроде бы. Или нет? Последняя тренировочная ракета, и можешь отдыхать. А, все правильно, значит. Так, ну теперь нужно опять-таки на радаре там захватить вторую ракету, которая летит к нам, чтобы ее сбить. Так, она была где-то. Стоп. Вот. Захват. Можно посмотреть на нее. Понятия не имею, чем они отличаются. Ну, немножко отличаются внешне. Ладно. Пока что ничего сложного. Получить. Включить, загрузить, пуск. Сбил. Теперь отдыхай. Завтра будешь родину защищать. Ладно. Конец смены. Продолжаем. Внимание! Изменения! В инструкции появилось дополнение о тепловой сигнатуре. Так, можно видеть инструкцию. Я только что увидел таймер, который исчез. Так, общие инструкции. Должен быть включен поиск по тепловой сигнатуре против красных ракет. Стоп, это подождите, это. Так, вначале тревогу выключить. Ой-ой-ой-ой, тут время. Ой, топ. Там? Нет, чуть-чуть. Так, захват. А это что такое? Понятия не имею. Личное дело. Так, мы прокачиваться сможем еще? Да вы что? Так, подождите, я хоть как-то успею стрельнуть, может быть? Да вы что, это слишком мало времени. Что я там говорил? Пока что все просто, ничего подобного. Кул. Загрузить. Ну, походу, что-то я не сделал. Поиск по тепловой сети. А, ракету я сбил, но не успел за смену это все сделать. Я понял, что это за таймер. Это таймер смены. Где-то здесь. Во. Что это такое? О, красненькая. Так, ну ладно, раз уж мы в любом случае не успели до таймера, давайте посмотрим. Так, вот мы прокачиваемся. Быстрые ноги увеличивают скорость, хорошие легкие уменьшают расход выносливости при беге. А развитый мозг увеличивает количество получаемого опыта. А горячая кровь уменьшает скорость замерзания. Ха-ха. Пока что вот эти два последних навыка, я думаю, самые полезные. Так, а что у нас тут для включения тумблера? Ну, это мы делали уже.
Должен быть включен поиск по тепловой сигнатуре против красных ракет. Так это ж та штуковина, которую мы всегда в любом случае включаем. А черт его знает, ну попробуем сбить сейчас. Получить. Включить. Загрузить. А вот, это не тот тумблер, просто так же само выглядит. Тепловая сигнатура. Вот, теперь пуск. Конец смены, и мы получили вроде как новый уровень. Куча достижений выпадает. Кстати, первое достижение получаем только при заходе в игру. Я только запустил игру, уже сразу же достижение за это получил. Внимание! Изменения! Заработал завод по производству противоракет. Для этого нужны ресурсы. Ресурсы можно взять из шахты снаружи. Вчера ты отлично справился с задачей, поэтому мы высылаем тебе хорошую посылку. Отлично. Что у нас здесь? Здесь можно, видимо, что-то будет складировать, наверное. Здесь что-то запертое. Так, а наверх или сюда? Ладно, не буду сильно спешить, пускай там уже мы не успеем за смену, до конца смены все это сделать. А, кстати, можно будет пойти посмотреть, что там мы можем прокачать. Мы ведь получили уровень, а вроде как. Так, стоп, я маленько заблудился, куда я иду сейчас? Я туда, куда надо иду? Ой, судя по всему, да. А что у нас здесь? Баллистическая шахта, бункер, склад противоракет. А я такой холодный, как айсберг в океане. Вам нужно находиться в тепле. Помните, в бункер с открытой дверью холодно. Так, что? Я нажал. Количество ресурсов. Они сами растут, а как их получить отсюда? Что-то не то. Что-то не работает пока что, ладно. А побежали на другую метку. Но нигде никакой шкалы замерзания, в принципе, пока что я не вижу. Ой, там уже ракета, да вы что? Теперь закрыть, чтобы не замерзнуть. Это что? Это что? Это что? Это как? Это что делать? Там ракета уже. Мне, наверное, надо сбивать ракету, бежать быстренько. А потом бежать сюда. Черт его знает. Пока что я ничего не могу здесь сделать. Ладно, бежим обратно в бункер наш. Я думаю, важнее сбить ракету. Так, а нам уже и кушать хочется. Мы что, здесь еще кушать будем или что? Значок только что появлялся.
Можно одеть? О, так, наверное, теплее будет. Так, а что там еще нужно сбегать, будет посмотреть. А, и выносливость вообще закончилась. Так, вначале ж нужно... Туда. Потому что эта выносливость практически не восстанавливается. Две ракеты. Захват. Что там за ракета? Красная. Нужно будет тепловую эту включить штуковину. Так мне еще и прокачаться нужно. Я не успеваю ничего. А, к сожалению, после того, как мы сбиваем ракеты, я так понимаю, заканчивается день, начинается автоматически новый, и не дают мне возможности просто походить, заняться своими делами. Так. Есть, одну сбил. Ну, до конца смены-то я точно не успел. 2 секунды осталось. Так, белая. Понятно. Для белой тепловая сигнатура не нужна. Так, у нас 8 ракет остается после этой. А как она вот так вот туда становится? Вот она выезжает туда. И как там потом так быстро она вылазит? Еще повышение уровня, но конец смены, опять я не могу прокачаться. Не дают времени. Внимание! Изменения! Твоя основная задача — собрать баллистическую ракету «Степан» и запустить ее. Доставь в соседний бункер ресурсы! Вчера ты отлично справился с задачей, поэтому мы высылаем тебе хорошую посылку. Я вчерашнюю посылку еще не нашел, не разобрался, где она и что там нужно делать. Так, Степан подождет. Во-первых, я пойду немножко прокачаюсь. Потом пойду осмотрюсь. Так. У нас, ого, у нас 10 свободных очков. А, ничего себе, тогда мы прокачиваем горячую кровь на всякий случай. Давайте еще. А, хорошие легкие. А пускай будут хорошие легкие. Окей, подтверждаем. Так, на ракеты плевать. Выключаем. Я хочу осмотреться здесь пойти. Потому что ничего не успеваю. Мне интересно осмотреться. Опа. Так, и это... А, все, последнее. Достижение красная матрешка. Может быть, есть еще не красная, а собрать ее обратно нельзя? Балалайка достижение. Тут можно походить достижения пособирать.
Достижение радиолюбитель. Кисель есть в пакетике. Чай индийский. Дорога в космос. Космический полет. Что еще здесь есть такого прикольного? Поизучать. Мячик. О, пистолет здесь есть. Настоящие ли игрушки? Еще мячики? Зачем нам целый ящик мячиков? Так, это... Да отвы уж дивизию, еще ракета, ладно. Ну пускай. Пусть себе летит. Из села Кукуева. Железяка бесполезная. Так. Какой здесь беспорядок. Ай, меня этот звук нервирует. Нужно пойти будет выключить. А куда мы сюда и попадем? Это что? Сварочный аппарат. Инструменты. Шуклятки смотреть нельзя. А здесь заперто. Ну ладно, окей. Так-то лучше. Я вот не знаю, эти ракеты, которые летят, они будут лететь бесконечно, пока я их не собью, или они скоро прилетят и просто взорвут меня, и все. Но я просто не успеваю их сбивать. Мне нужно сейчас пойти посмотреть там посылку, собрать ракету Степан еще, ко всему прочему. Оденемся. Мне кажется ли, в этой телогрейке мы медленнее двигаться начали? Что за шум? Потрачено. Причина: вам сломали бункер. Доклад. Следующий ракетчик не явился на смену. Приходить оказалось некуда. Потрачено. Черт, ну вот заново. Внимание! Изменения! Твоя основная задача — собрать баллистическую ракету «Степан» и запустить ее. Доставь в соседний бункер ресурсы! Да подожди ты с ресурсами, я ничего не успеваю. Вчера ты отлично справился с задачей, поэтому мы высылаем тебе хорошую посылку. Слишком жестокие ограничения по времени. Я хочу и осмотреть все. И мне нужно сбегать, разобраться, куда, что там, доставить ресурсы. А тут сейчас ракеты полетят. И мне нужно одновременно делать и то, и то. Я не успеваю. Я начинаю паниковать, потому что я просто не успеваю. Это как-то вообще слишком жесткие временные рамки. И слишком многое одновременно нужно сделать. И это при том, что еще только начало. Там, наверное, побольше будет дальше требований. Вон туда куда-то нужно. Там показывает новое. Да нет, посылка где-то снаружи должна быть. Давайте вначале пойдем найдем посылку. Мне просто любопытно, что же в ней. Только вот где ее искать-то? Ее действительно нужно искать наугад, она где-то просто приземлилась и все, или все-таки в определенном месте в каком-то она будет?
Черт его знает. Забрался повыше, думал, может быть, где-нибудь смогу разглядеть, но что-то... Ничего не могу найти. Ну, конечно, опять ракеты летят, но плевать мне на ракеты. Я пока посылку не найду, ракетами заниматься не буду. Ой-ой-ой, царь горы. На дерево. Оп, я думал на дерево запрыгнуть. Ой, ресурс. Ладно, походим с ресурсом пока что. А где что посылка-то? Я, в принципе, не против того, чтобы как бы быстро реагировать на вот эти ракеты, приближающиеся. Просто проблема в том, что потом заканчивается смена, и автоматически заканчивается день, меня переносят в следующий уровень. О, вижу, вижу. Вон огонь. И не дают возможности что-то еще сделать. То есть, скажем так, автоматически мне заканчивают уровень. Хотя я этого не хочу. Я хочу вот найти, посмотреть, что здесь. О, повышение уровня. Что-то мы еще получили. Посылки, 2 пакета ресурсов. Окей. Нам нужно собирать ракету Степан. Где я примерно нахожусь хоть? Там у нас что? Там вход в бункер, да? Бункер там, по-моему. А здесь у нас баллистическая. Да. Куча постеров. О, еще матрешка. Дайте я успею ее собрать хотя бы, а? Разобрать, то есть. Ачивку получить. Да, дали ачивку синяя матрешка. Интересно, еще какие-то есть? Так что мне сделать-то надо? Я же не могу еще ниже спуститься. Как мне туда попасть? Я здесь не пролезу. Как мне попасть туда? Мне нужно туда, в общем. Ту штуковину, вроде бы. Ой, возьми ресурс. Так, рабочее время закончилось. Да плевать, я не знаю, как мне туда попасть. А, тюм, здесь, я вот так смотрел, думал, здесь решетка, вот, а здесь можно вот таким вот образом пройти. Тьфу ты. И что, сюда ресурс нужно? Так. Степан плюс 100 опыт. А я такой холодный, как айсберг в океане. Я замерзаю, но сейчас будет жарко. Сейчас будет очень жарко.
потрачено, ребята. Итак, давайте подведем итоги по поводу этой игры. Вообще, игра очень даже веселая и, я бы сказал, очень крутая, если бы только можно было вот так вот не спешить, потому что я просто ничего в этой игре не успеваю. Конечно, я понимаю, что нужно запускать ракеты, чтобы сбить вражеские ракеты, но если я собью вражеские ракеты, закончится уровень, а я не хочу, чтобы заканчивался уровень, потому что у меня еще есть задача. Мне нужно найти посылку, которую сбросили где-то неизвестно где, мне нужно оббежать территорию, чтобы ее найти, плюс мне нужно вот задачу выполнить, допустим, с ракетой Степан там что-то сделать, вначале нужно разобраться, что и как делается, тоже на это потратить время, где там что взять, куда принести, что на нажать и так далее. Это кроме того, что просто сбивать ракеты. А еще мне нужно разобраться, как ракеты изготавливать, в принципе, потому что они у нас просто закончатся. Но я ничего этого сделать не успеваю, потому что я всегда должен стоять возле кнопки «Пуск», чтобы постоянно иметь возможность запустить ракету. И проблема именно в том, что я бы мог, да, бросить все, что я делаю, и бежать быстренько в бункер, чтобы запустить ракету. Но после этого, как мы знаем, заканчивается уровень, меня перебрасывают на следующий день, потому что смена закончилась, и опять-таки не успеваю я ничего сделать. То есть было бы намного лучше, если бы смена не заканчивалась, пока я, допустим, там, не знаю, к кровати не подойду или что-то еще, нажать где-то кнопку «Завершить смену», чтобы я успевал все свои задачи выполнить, кроме сбивания ракет, потому что просто вот банально не могу разорваться и все. Вот все, в принципе, крутое и очень весело, но вот только не успеваю. Вот просто не успеваю поиграть нормально и все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.